Итак, друзья, сегодня я, Виктория, встречаю вас на Киевском вокзале. Вот тарет торгового центра, напротив парковка маленькая, вот мой автомобиль. Уже успела заехать посылку забрать. Номер 808. Поднят багажник для ориентиров. Ну, слева от нас вокзал. Сзади парк. Вот такой круговой обзор. И снова парковка. Здравствуйте. Вот первые ласточки наши подъехали. Пораньше тоже. Ну, просто мы так договорились. Да. Дальше дела просто, поэтому. О, ну варил, ну вообще молодец. Корма для кошек. Очень хорошо. Спасибо. Так, здесь еще у меня. Сейчас увидите, что. Миски какие-то остались. Может, еще сгодится. Так, это вот котятам тут, если капюшон там положить, выхватывать. Наша Татьяна. Постоянно, каждое воскресенье, по нескольку раз она привозит помощь для приюта. Спасибо большое, Татьяна. Сегодня пледики, одеяло, все. Угу. Отлично. Или не будет, да? Или не будет? Будет позже. Здравствуйте. Спасибо, что нашли время приехать. Да. Помощи для приюта «Лохматая душа». Хочешь что-то поесть? Да? Ага. И... Поесть собачкам? Да, ага. Корм. Спасибо. И... Спасибо большое. Да. Пожалуйста. А вот и наша Лилия подъехала. Сейчас будем перегружать. Сейчас будем перегружать то, что я успела собрать к Лилии. Подстилки стелем под подушку. Здравствуйте. Помощница наша. Вы кто? Вообще я никого еще не знаю. Меня Лилия зовут. Лилия? Это Виктория. Лилия, мы все из «Лохматой души». Учредитель фонда. А я Татьяна. Здравствуйте, та, Татьяна. Очень стену... приятно. Все, я поняла. Очень приятно. Здравствуйте. Так, вот, наведались теперь сами к нам. Ну, да, очень, мы с вами переписывались. Отлично, очень рада. Еще ты не пишешь и не звонишь. Вика бы заехала. Здравствуйте. Ну тяжело, наверное, не стой, не держи. Давай машину закидывай. Здравствуйте. Тут форма, как всегда. Ой, а что у вас такие мешки? Спасибо большое. А это вот я хочу сказать, безотходное производство. Это последний раз вот я кто-то привез из людей вот эти вот кусочки вот такой ткани, кусочки. И сейчас Ирина, которая шьет нам подстилки, заберет эти мешки и будет подстилки ими набивать. Вот так. Вот там помощники приехали. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое. Знаю, да. А мы вот здесь, вот «Лохматая душа» написано. А вы прошли нас, да. Я должен народ. Света. Сейчас о, я хочу спасибо вам... большое. Здравствуйте. Да. 12, каждое последнее воскресенье, да, с 12 до 3 мы здесь стоим. Вам. Здравствуйте, постоянные наши помощники. Так, нам привезли чего-то. Чего-то нам привезли. Вот спасибо вам огромное. Еще мне денег. Тряпочки. Отлично, спасибо большое. Кого вон сколько людей у нас пришло. Спасибо огромное. Спасибо. Так. Мои Кать, друзья, давай помогай. Здрасте, здрасте. Наши любимые подстилки приехали. Да, здравствуйте. Туда, туда. Мы видим, что вы нас ищете, да. Здравствуйте, здравствуйте. Вы прям вон. Какие познавательные знаки? Вон сзади написано на машине «Лохматая душа». Я к тому, что у вас собачка какой-то там, не знаю. Здравствуйте, а что нам искать? Мы тут, мы вот они. А мы ничего не видим наверху.
Да, так, ну что, еще 3 часов нет, у меня уже битком. Здравствуйте, здравствуйте. Так. Ну что, уместим еще чуть-чуть, еще впихнем. Ну, вот, видите как. А, мы вас ждем. Так, друзья, я приехала в приют, привезла с Киевского вещи, корм. Спасибо всем огромное. Так, мы привезли наполнитель от Елены. Здесь у нас 25 мешков. Вот. Блин, это я сейчас порвала. Сейчас мы их будем разгружать. Вот. И 2 посылки у нас от Светланы. 2 пришло из Питера. Сейчас я их тоже буду распаковывать. К нам приехали гости, привезли нам корм. Вот такие ребята классные. Вот мы живем. Друзья, спасибо всем, кто принял участие в покупке вакцин. Маша, Любаша, ну и мне спасибо. Ну, вернулась, залила Миколе еще 25 штук. Вот это все упаковки с бинтами, самыми большими. 10x16, по-моему. Да, вот 7 упаковок по 10 штук. Это от Лилии. Не от нашей Лилии, а от девушки, нашей подписчицы. Забрала сегодня эти контейнеры. Они, оказывается, маленькие, я думала, большие. Вот эти 2 бочки красавицы лежат. Много лекарств, еще разных. Синулокс, там вот такие штучки для кошек. И моющие средства для тела, для рук. Вот там коробки стоят, мыло. Закинула удочку. Так, друзья, к нам приехала Галя и Катя. Ой, девчонки, огромное спасибо. Надо. Девчонки, спасибо огромное. Смотрите, моя хорошая. Привезли нам корм. И ковер. Дай бог здоровья, девчонки. Огромное вам спасибо. Просто от всей души спасибо. И пусть на вашем примере кто-то еще отзовется. Потому что приют — это люди, прежде всего. Ну, я пытаюсь коллег по работе сподвигнуть. Может быть, ближе к концу ноября получится что-то. Уговаривайте, потому что добрые дела, вы сами понимаете, они не забываются. И они ложатся на нашу карму и приносят нам счастье. Добро возвращаются, девочки. У нас 3 собаки из приюта. Да вы что? А где брали? Одну вот у вас, Лиску. Молодая еще совсем приехала в 2021 году. Ага. Да какие же вы девочки молодцы. Спасибо огромное. Нурик, зови, пожалуйста, людей, чтобы забрали. Да. Сейчас, секундочку. Мы постоянно ее посылаем. Красота. Наталья, она такая вся довольна, он палочки любит таскать. Не лучшее время я выбрала для езды. Но вся неделя все равно дожди. За Татьяне за посылку практически вся машина. Кое-что еще Лилия передала. Добрый день, девочки. Здравствуйте. Мы приехали в приют «Лохматая душа». Привезли лекарства, я вижу, да? Да, антибиотики, метрогел. Да, так. В аптеке он 27 рублей штука. Это, а для нас очень... это жизненно, да, необходимо. Это... Здесь тоже мясо. Мясо привезли. Вот это нам отдали спину.
мне сколько, 30 килограмм. Корма. Перчатки. Вот такие корма. Вот эти корма. Это может кому-нибудь из вас пригодится. Дождевичок, конечно. Дождевичок, да, вот такой вот. Вот такой корма. Это щенят еще здесь. Девчонок зовут две Наташи, правильно? Вот сейчас стану между вами и загадаю желание, чтобы приют процветал и к нам как можно больше приезжало людей. Потому что это необходимо, ребята. И я очень вам благодарна за то, что вы приехали. Рассказывайте о нас, пожалуйста. Приглашайте людей, пусть подписывают автоплатеж. Нам это жизненно необходимо. Пойдемте, походим по приюту, и я вам все покажу. И огромное вам спасибо, девочки, за то, что вы к нам приехали. Потому что когда видишь этих всех маленьких щенков, да, и представляешь просто, что вот он сидит в клетке, да, и он всю жизнь просидит. Просто давайте, может, хотя бы кто-то по одной собаке возьмет. Ну, зачем покупать породистых собак, если есть такие, они самые верные, преданные.